собака, жучка, приблудилась, мы ее приняли. Вот теперь уже такая кобыла здоровая выросла. Так, ладно, вот здесь вот у нас баня находится. И в бане здесь у меня бардак. Тут не только баня, тут как бы летняя кухня вместе находится. Вот газ, это старый, с другого дома принесли. Тумбочка, еще тумбочка, это от окон сетки москитные. Это кухонный уголок старый. Еще советский холодильник. Я название не помню. Наверное, у всех такие были. Так, у нас сейчас тут как склад находится. Тут мука, сахар. Все так, по-деревенски. Про запас, как говорится. Капуста вон замерзшая. Так и не убрал я. Короче, мне надо вот этот щиток разобрать. Вот здесь это как колодцы идут отопительные. И они старые. Вот здесь бардак. Я вчера начал разбирать уже печку. Это печка кирпичная. Щиток. Здесь раньше тоже как баня была, вот ванная. Вот здесь вот бачок в щитке прям находится внутри, железный. Он уже проржавел. Там закачивалась вода в него по трубе. А вот с этой трубы она шла здесь. Это была... как она, господи. Душевая. Типа как душ. Это леечная такая, с дырочками. Здесь, я помню, маленький был. Здесь мы и купались, в принципе. Сейчас начну разбирать дальше. Разберу, наверное, покажу потом. Но вот эту я один не сниму, потому что бак, он тяжелый. С двух сторон он получается, ну, сантиметров сейчас. Так. Здесь 10-20. Плюс где-то сантиметров 27. Вот так этот бак. И в длину, я не знаю, он длинный. Еще в стену он туда уходит. Так, ну ладно. Сейчас я чуть-чуть здесь уберу, разберу, покажу дальше, что как. Так, в общем, вот так вот. Я сразу по мере возможности кирпич чищу. Складываю, все равно под руку потом надо будет таскать. Тут кусочки, вот эти вот я кое-какие повыбираю. Там в куче я, по-моему, все выкидывать буду. Фух, вот осталось чуть-чуть. Блин, самое тяжелое это разбирать, по-моему. Капец, не знаю, как я тут буду разбирать. Тут еще сажа эта черная. Короче, будет капец весело. Фух. Сейчас доразбираю, потом уже покажу. Короче, вот так я разобрал все. Кирпичи вот эти вот. Ну там все старые, я не знаю, повыкидываю, наверное. Они уже рыхлые все. Вот эти целые оставлю. И кое-какие половинки взял. Потому что они пригодятся, что когда я буду ложить щиток в колодце, там будут нужны половинки, всякие частички. Здесь труба была, две трубы. Я их вырвал. Бак железный теперь. Теперь надо вот отсюда начинать с трубы вытаскивать все. Короче, как-то так. Ну, печку я всю разобрал вроде полностью. Фух, теперь осталось, теперь надо сначала, прежде чем разбирать щиток колодца, у меня здесь вон и книжки, и стол, тут мука, все. Короче, мне надо сначала все убрать отсюда, потом уже разбирать. Ну, как-то так. Ну, когда начну разбирать, покажу. Фух. Такая пыль сейчас стояла, вот я начал щиток разбирать. Сначала начал сверху молоточком бить. Вот этот бак. Я боялся, что он мне по рукам упадет на меня. В итоге я взял вот такой вот ломик. Вот плоский. И начал им. За 5 минут все раздолбил. Тут такая пыль стоит. Вон. Слой. Капец. Здесь все равно все это убирать будем. Потом здесь белить надо будет. А сверху, оказывается, тут деревянная крыша. Я даже не знал. Так что тут буду все переделывать, все заново. Этот бак сейчас надо вытащить как-то, он тяжеловатый. И потом уже буду площадку заливать. А вот эта печка, которую я разбирал вот здесь, ой, все кирпичи вывалились. Печка, оказывается, лежала просто на
глине. Вообще без площадки, просто глина была и сразу кирпичи. Я буду, наверное, выливать площадку под нее и под щиток, а потом уже делать. Короче, вот столько кирпичей, ну тут достаточно. Придется мне их тоже вытаскивать все, все чистить, опять заносить. Главное бак, вот бак видно проржавел уже. А, это я трубу вытаскивал, сломал. А здесь уже дрявый был, старый уже. Ну, его я в металл пущу. Ой, какая грязь тут. Да, короче, работы тут очень-очень много. Ладно, покажу, наверное, уже. Сейчас у нас снег на улице еще, холодно. Покажу, наверное, уже, когда начну все делать заново. Когда площадку выли.